Выпускны баль и святочны канцэрт. У цэнтры інклюзіўнай культуры завяршыўся жаночы адукацыйны праект «Упэўненая». Яго гераінямі сталі 8 жанчын, якія на працягу 8 тыдняў удзельнічалі ў майстар-класах па акцёрскім майстэрстве, псіхалогіі, харэаграфіі, дэфіле, візажы, а таксама бізнес-коучынгу. Усе заняткі былі бясплатнымі. Педагогі паказалі ўдзельніцам, што для упэўненага ў сабе чалавека перашкоды бар'ераў у самаразвіцці не існуе. Галоўнае – жаданне рухацца наперад. Фіналам праекта стаў святочны канцэрт з удзелам калектываў цэнтра інклюзіўнай культуры і запрошанага гостя – баяніста-віртуоза Віталя Варанко. Мне нравится, что ты у меня красавица, и я тебя без ума, что я влюбился без памяти, что ты такая одна. Женщинам, у которых есть, может быть, инвалидность, пожелать найти себя, реализовать какие-то свои творческие порывы. Можно научиться играть на музыкальном инструменте, нарисовать картину и также радоваться жизни. Подобных еще не проходило проектов, не проводили такие. А уникален тем, то, что он инклюзивный. В нем участвуют 8 женщин совершенно разные. 2 колясочницы, 2 слабослышащие, слабовидящие, спинальники. А также и мама, которая слышит, у которой все в порядке со здоровьем, но у нее ребенок. Но почему она не может участвовать? В этом и есть инклюзия, когда мы вместе что-то делаем, сплотившись. И говорящие, и неслышащие, и колясочницы, и ходящие.